Охрана квартир и бизнеса. На эту тему будем беседовать с нашей сегодняшней гостью, представитель охранного холдинга Мария Шувакина. У нас сегодня в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, ну вот сегодня в квартирах и частных домах часто устанавливают камеры, надежные замки. А достаточно ли это для нашей с вами безопасности? В теории, да, этого достаточно, да, то есть минимальный уровень безопасности можем мы обеспечить. Но если мы говорим на практике, конечно же, все понимают, что у нас современные злоумышленники используют различные инструменты, которые позволяют вскрыть даже самый надежный замок и даже самую надежную дверь. Если мы говорим про камеры видеонаблюдения, конечно, если уже случилось, да, то они помогут записи раскрыть преступление. При этом, опять же, злоумышленники закрывают свое лицо, надевают маски, и это создает сложности определенные. И еще один момент, что даже если у вас стоит видеокамера, ну, вы не сможете 24/7 в нее смотреть и наблюдать, что происходит. Скорее всего, вы можете просто пропустить тот момент, когда злоумышленники подойдут к вашей двери. А какое же есть тогда решение? Что же делать для того, чтобы минимизировать риски и краж, и повреждения имущества? Одним из таких решений это является пультовая охрана, когда кроме этого комплекса надежной защиты датчиков еще подключаются и люди. Хорошо. То есть она работает по системе моментально, да? То есть случилось какое-то происшествие, выезжают, смотрят. Да, все верно. То есть изначально пультовая охрана начинается с того, что на объект, да, в вашу квартиру ставят датчики различные. Это может быть датчики движения, датчики открытия, закрытия дверей, окон, датчики разбития. И в тот момент, когда срабатывает какой-то датчик, сигнал приходит на пульт охраны, где сидит оператор 24/7, наблюдает, да, за всеми сработками. Сработка произошла, и он оперативно, мгновенно реагирует. То есть он отправляет группу быстрого реагирования на объект, он связывается с владельцем данного объекта, ну и при необходимости тоже вызывает оперативного дежурного. А это решение, оно универсальное? Для кого оно подходит или кому оно, может быть, не нужно? Вообще пультовая охрана подходит для любых целей, то есть это может быть квартира, это может быть загородный дом, частный сектор, это, конечно же, может быть бизнес. Тут нужно понимать, что есть мнение, что пультовая охрана нужна для квартир, например, которые часто остаются без хозяев. Например, когда вы уезжаете в отпуск, либо когда вы постоянно в командировках, но при этом мы же знаем случаи, когда происходит правонарушение, когда человек просто находится на работе, поэтому это... Я думаю, что подходит всем. Ну, то есть смело можем сказать, что устанавливать пультовую охрану – это такой универсальный способ, да, для того, чтобы обезопасить свое помещение, где ты проживаешь или работаешь. Да, конечно, все верно. Ну и получается, кому стоит, и как думаете, стоит ли вообще устанавливать пультовую охрану? Ваше мнение, интересно. Мое мнение, тут нужно отталкиваться от потребности, от желания. То есть если вы хотите быть спокойны за свое имущество, за свой дом 24/7, когда вы там есть, да, или когда вас тем более там нет, то, конечно же, пультовая охрана будет идеальным решением. Хорошо, а еще про современные технологии есть что-то на сегодняшний день, то, что может сделать эту систему еще удобнее? Да, сейчас же все идет в сторону комфорта, да, упрощения, удобства. Услуги охраны – это не исключение, поэтому мы разработали целое мобильное приложение современное, которое позволяет совместить не только услуги охраны, но и визуальное наблюдение за объектом. То есть с помощью мобильного приложения можно снимать, ставить на охрану объект, можно смотреть камеры видеонаблюдения в любой момент, смотреть, как срабатывают, либо, ну, как бы работают датчики. Ну и, конечно же, при срабатывании датчиков вы, в том числе на мобильное приложение, тут же мгновенно получаете сигнал. Оповещение. Спасибо большое. И получается, есть такое решение Реонгард, который может всегда помочь и поставить нам пультовую охрану, да? Да, все верно. Компания Реонгард, да, охранный холдинг, предоставляет весь спектр охранных услуг для квартир, частных домов, загородных домов, для бизнеса. Вообще берем объекты любой сложности. Ну а в совокупности с собственным приложением услуги охраны становятся не только доступными, но и очень удобными. В общем, найдете нужное решение. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях была Мария Шувакина, представитель охранного холдинга Реонгард. Увидимся.